Хасавюрте с началом учебного года свою профилактическую деятельность развернула межведомственная лекторская группа, созданная при антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавюрт. 12 октября в Дорожно-строительном колледже состоялась встреча группы со студентами первых курсов. В состав лектора вошли представители отдела по делам молодежи и туризма, управления культуры, а также правоохранительных органов, социальных служб, религиозных объединений и общественных организаций. Дело можно, значит, использовать во благо себе, во благо, значит, учебному заведению и так далее. Поэтому, ребят, я вам желаю еще раз крепкого здоровья и вот есть такое слово, самоорганизация, самообучение, самовоспитание, самосовершенствование. В общем, вот эту вот вставочку «само» вы обязательно представили в своей жизни. В любом действии, чтобы это у вас было. Как отмечают специалисты, статистика негативных факторов, создающих угрозу подрастающему поколению, неумолимо растет, а значит, нужно быть готовыми к ним. Основными темами, обсуждаемыми на собраниях, становятся профилактика всех видов правонарушений в обществе молодежи. Инспектор управления по контролю за оборотом наркотиков Руслан Абдулханов рассказал студентам о пагубном влиянии как наркотического, так и психотропного вещества. Основная наша работа, конечно же, если вы выявление и пресечение преступлений и раскрытие. Но большую роль в этой работе играет, конечно, профилактические мероприятия тоже. Почему? Потому что наркомания – это болезнь, которую невозможно победить так легко, как вы думаете. Легче ее предупредить, легче от нее отказаться в начале этого пути. Насвай – это тоже один из видов наркотика. Официально его даже признают наркотиком, хотя его нет в списке запрещенных. Почему? Потому что кто-то насвай принимает, чтобы от сигареты отойти. Хотя на свае это 90% табака. А туда уже добавляют и известь гашеную, и куриный помет, и все что угодно. Присутствующие члены лекторской группы неоднократно говорили со студентами на такие темы, как злоупотребление психотропных веществ лицами, не достигших несовершеннолетнего возраста, поскольку пагубное влияние со стороны общества может травмировать психическое состояние у молодежи. Как отметили члены лекторской группы, в планах посетить практически все образовательные учреждения, поскольку такие мероприятия направлены на то, чтобы обратить внимание общественности к проблемам, которые возможно решить лишь общими усилиями. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».